мы выехали на водоем, расположенный в загородном комплексе «Партизан». Прекрасное место отдыха для всей семьи, на территории которого расположены ресторан, бани, бассейн, большая детская площадка для самых маленьких и, конечно же, озеро, на котором созданы все условия для хорошей рыбалки. Здравствуйте, друзья! С вами программа «По простому о сложном». И сегодня мы поговорим о такой вещи, как методная ловля. Рассмотрим кормушки методные и кормушки флет-методные. В гостях у нас сегодня Валерий Ананев, многократный призер коммерческих соревнований по карпфишингу и по фидеру. Я вас приветствую. Сегодня он нас и будет консультировать, а также расскажет нам, чем кормушки от различных производителей отличаются друг от друга, у кого какие плюсы и у кого какие минусы. С чего мы начнем? Ну, можем начать со флетов. С флетов? Да, можем начать с флетов. Скажи, самый главный вопрос. Чем отличается флет-метод и методная кормушка? Флет-метод подразумевает в себе ложку. Так. Методная кормушка может быть в виде глобуса, может быть в виде пружинки, может быть тригранная. Вот такая вот или вот такая вот. Это все методные кормушки. Но флет – это ложка. Она падает только грузиком вниз, никогда так. Не переворачивается, как бутерброд, никогда не перевернется маслом вниз, будет лежать только вот так вот, на дне. Я так понимаю, что методная кормушка появилась раньше, чем флет-методная. Флет-методная появилась относительно недавно. Флет-методная кормушка стала в последнее время очень популярной темой среди наших телезрителей. Именно поэтому данную программу мы хотим посвятить флет-методной кормушке, сделать на нее упор. Что собой представляет методная кормушка? И какие виды методных кормушек бывают? Ну, наверное, начнем с отечественных производителей. То есть, вот, допустим, вот эта обыкновенная пружина, это есть уже методная кормушка. То есть, пружина была прародителем Совершенно верно. Пружина – это прародитель методной кормушки. Поэтому, друзья, не зная этого, вы уже давным-давно ловите на метод. Да. Ну, по пружинкам пробежимся быстро. Это пружинка со смещенным центром тяжести для того, чтобы дальше летела. Вот, делается из нержавейки. Вот, цепляется, ну, по-спортивному один поводок с крючком. Прикормка держится здесь очень хорошо. Можно на течении применять, хотя методные, в принципе, прикормки не очень для течения предназначены, но тем не менее. На небольших течениях можно ловить, они сначала успешно ловят. Ну, интересно, я такое не видел. Да. Это продается у нас на базарах? Это делает человек. Вот, продает их на базаре, на Бухаре у нас. Mm-hmm. Вот. В принципе, она очень далеко летит. Вот ее достоинство этой кормушки, она очень далеко летит. Единственное условие, когда вы забиваете прикормку, вы должны контролировать, чтобы у вас груз сместился в том направлении, где у вас поводок. Потому что если вы делаете вот так вот и забиваете прикормку, а бросаете передком вниз, то у вас получается груз сзади. И не будет этого преимущества. Надо контролировать, где находится грузик. Потому что когда вы прикормкой его облепите, пружину, у вас грузик уже смещаться не будет. Его прикормка облепит, вдавится между ребрами, и все, груз зафиксируется. Потому перед забивкой обязательно смещайте груз вперед. В принципе, еще хотелось бы сказать, да, что если сместится груз, то при полете будет задаваться она вибрация задника. Будет болтаться, да, она будет болтаться, ее будет заносить, и она совершенно не будет дальнобойной. То, что как бы продумано у нее, в первую очередь, это дальнобойная, но она не скользящая. То есть эта кормушка не скользящая, это не инлайн. Угу. Просто крепится леска, здесь крепится поводок. И можно, в принципе, можно даже леску и сюда крепить,
чтобы вращался на вертлюжке. Угу. То есть все равно по-любому можно и здесь вертлюжок цеплять. Кому вариантов монтажа уйма. Да, кому как нравится. То же самое про эту можно кормушку, глобус так называемый сказать. То же самое пружинка, ребра. Да, да, ребра идут сверху вниз. Она уже скользящая. Леска проходит внутри, монтируется, делается так называемый инлайн, скользящая оснастка. Угу. Вот. Но в ней нет подгрузки. Смещения нет центра где-то или спереди, вот допустим. То есть она летит так, как она, как вы ее облепите. То есть она намного основной ближе. Основная подгрузка летит. Является корм. Да, да, да. Она легенькая, вот она буквально не ощущается. Вот. То есть она летит ближе. Вот. Еще какой недостаток я бы выделил. Все-таки она блестит. Она, у нее яркие вот боковушечки, яркие ребра. На мелководье, в солнечную погоду, она будет давать блики. Это нежелательно. Все продвинутые компании делают темные кормушки. Темные. И все самые лучшие кормушки, они, как правило, темного цвета. Под цвет ила, под цвет гниющей водоросли и так далее, и так далее. Она и ловит у людей. Но она не является самой улойстой кормушкой, будем так говорить. И приоритетной нашей сегодняшней совершенно программе. Верно, совершенно верно. Перейдем теперь дальше. Перейдем к трехлопастным кормушкам, которые сделали англичане. Ну, допустим, они бывают, в основном они металлические, но в середине они обработаны пластиком сверху. Угу. Пластические такие, пластиком, не металлические, как правило. Вот это вот Fox в пластике, Корда в пластике, у нее только пяточка металлическая. Они все подгружены с какой-то стороны. Допустим, вот у Корды, вот пятак большой снизу. Да. Соответственно, вы когда прикормочку набираете и забиваете пяткой вниз, вы когда прикормочку облепливаете, у вас здесь выходит поводочек. Да. Вот, вы когда прикормочку облепили, вы поводочек вставляете именно сверху на вот эту вот площадочку. А, потому что кормушка будет падать только вот так. Соответственно, насадка должна быть сверху. То есть насадочку мы ложим с противоположной стороны от грузила. На площадочку, да, грузила снизу. Грузила снизу, да, да, потому что прикормка будет погружаться грузилом вниз. Да. Что-то похожее. Тоже инлайн-монтаж. Инлайн-монтаж, да, скользящий. Здесь стоит стопорная бусинка. Можно ставить стопорную бусинку. Если стопорной бусинки нету, просто идет до узла. Вот отсюда. Да. Короче, скользящая оснастка. Fox. То же самое, но у них подгрузка идет вот в пятке. Металлическая пятка. Соответственно, кормушка падает только вот так. Для ориентира они сделали верхнее ребро тонким, чтобы вы, когда будете облеплять прикормку, чтобы вы не потеряли точку, куда надо заставлять бойлик, допустим, или ту же насадочку какую-то там на крючке. Можно делать скользяшку, и можно делать глухую оснастку. То есть вертлюжок глушится сюда и сидит жестко здесь. Это называется, можно инлайн делать глухим. Я расскажу, когда преимущество имеет, когда какие недостатки в дальнейшем. Немножко позже. Да? Да, немножко позже, да. То же самое, в принципе, и здесь. Вот. Это у нас не инлайн, а это, вот, можно сказать, инлайн. Вот. Они бывают разного размера, разного веса, так что выбираются кормушки по назначению. Если вам надо близко кидать, если надо далеко кидать, много корма, мало корма, то есть подбирать под тест фидеров и так далее, и так далее. Мы выяснили, что у нас есть два основных вида методной кормушки. То есть, собственно говоря, сама методная кормушка в ее классическом виде, да? И, ну, да, классикой можно даже назвать хорошо известный всем, да, рыболовам Украины глобус. Глобус, да, глобус. Пружинка. Да, глобус, пружинка, тот же убийца карася, который всем хорошо знаком, ловли на течение. Это все, по большому счету, методная ловля. То есть пружина послужила прототипом для создания уже, скажем так, в кавычках, более спортивной оснастки, методной кормушки. Да. Да, которая уже у нас что делается? Идет, фиксируется в инлайне. Да. Соответственно, скользящая, да. Скользящая, да. Соответственно, кроме хорошо известной методной кормушки, у нас есть, появились недавно флет-методные кормушки, что подразумевает плоское дно, огруженное. Да. Запомнили, что это метод. Этот вид кормушки называется флет-метод с плоской площадкой. Поговорим теперь о видах монтажа. Какие виды, да, монтажа существуют? Да. На примере кормушки Престон мы поговорим о монтаже. В данный момент вот эта вот кормушечка Престон, на ней смонтирована скользящая оснастка. Вот. То есть литкорчик пропускается через тело кормушки. Здесь ставится резиновый буферочек, вертлюжочек и застежечка, который крепится поводочек с насадочкой.
Вот. При поклевочке карп берет насадку и не ощущает сопротивления кормушки. Проходит, здесь стоит стопорная бусинка. Если вы не подсекли вовремя, происходит самозасечка. Срабатывает уже вес кормушки. До того он не ощущает натяжения. Вот, и происходит, вы подсекаете сами. Вот это вот инлайн, скользящая оснастка. Как правило, используется в холодное время года, когда рыба очень пассивная, берет насадочку осторожно. Вот, потому очень эффективно и очень уловисто эта снасть. То же самое можно сказать о снасточке глухая. Это то же самое, только вертлюжочек, нету буферочка. Вертлюжочек загоняется в тело кормушки. Фиксируется, жестко фиксируется. Это предусмотрено. Совершенно верно. Да? В любых кормушках, в любых методных кормушках, трехгранных, других производителей, мы о них поговорим попозже, в них всех можно сделать как скользящую оснастку, так и глухую оснастку. Как правило, еще повторюсь, скользящая оснастка используется тогда, когда рыба пассивная, как правило, в холодной воде, ранней весной, поздней осенью. Тогда лучше использовать скользящую оснастку. Когда она насадку берет очень осторожно, совершенно верно, чтобы не чувствовать вес кормушки. Совершенно верно, да. Она не чувствует никакого подвоха, вот, и берет ее более смело. Хотя у нее, допустим, нет жора, как мы привыкли называть. По длине поводка. Какую длину поводка обычно используют с методными кормушками? Ну, вообще, по классике считается, что длина поводка до 10 сантиметров, там, от 5 до 10. Некоторые считают, что длина поводка при забитой кормушечке не должна доходить до основной лесочки, сюда. То есть крючок не должен цеплять за литкорчик или за леску, на которой смонтирована кормушка. Потому идеальное расстояние, размеры поводка это где-то 8 сантиметров, идеальный, плюс-минус средний вот, поводочек. Поводочки, как правило, делаются из мягкого поводкового материала. Можно с лески, с флюорокарбона, но это риск потерять крупную рыбу, потому что разрывная нагрузка флюорокарбона намного меньше. Вот. Плюс флюорокарбон, он, когда его забиваешь в кормушечку, он торчит. Вот. Соответственно, мелкая рыба его берет, а крупная рыба его как бы уже пугается. Я знаю еще моменты о том, что флюорокарбон имеет определенную собственную жесткость, и при освобождении насадки он имеет свойство выгибаться в определенную сторону, и совершенно верно. Если, не находится непосредственно если, да, в нашем флюорокарбоны маленьком кормовом пятне. Да, сейчас флюорокарбоны прогрессивные и мягкие делают, мягче, чем они обычные. Да. Вот, все стремятся к этому, сделать более мягким флюорокарбон. У него есть преимущество, он при засасывании насадки с крючком, он практически не выплевывается. То есть рыба его выплюнуть не может, в отличие от мягкого поводка. Соответственно, происходит более быстрая засечка. Из-за своей жесткости. Совершенно верно. Но у него же и минус. Если он очень толстый поводковый материал и очень жесткий, то, соответственно, когда прикормочка рассыпается, поводок выпрямляется и насадочка уходит от кормушки. А это уже плохо, потому что насадка должна максимально быть возле кормушки. Потому что карп сосет именно содержимое кормушки. Вот это его интересует. Если вы здесь зацепите червячка или опарыша, забьете кормушечку, забросите, и у вас насадочка будет сбоку лежать, поверьте мне, что очень часто он засасывает прикормку, а это его даже не интересует. То есть основная задача методной ловли, флет-методной ловли, чтобы насадка находилась непосредственно над кормовым пятном, которая привлекает карпа. Мы видим, что у нас через тело кормушки пропущен литкор. Для чего он служит? Какую цель мы преследуем, пропуская литкор через тело кормушки? Литкорчик лежит на дне. Он не топорщится. В отличие от лески, особенно флюорокарбона. Вопрос, что такое топорщица? Топорщица это торчит, вот оно вот так вот, может над горбиком торчать, понимаете, может не идеально лежать на дне. Литкорчик, он подгруженный. В нем может быть сердечник свинцовый. Может быть, без сердечника, но уже тонущий литкор. Сейчас современные литкоры делаются без сердечника. Они тонут уже сами по себе и очень сильно тонут. Потому литкор лежит на дне, он не отпугивает рыбу. Он то есть, грубо говоря, если у нас кормушка находится на дне вот так вот, литкорчик помогает нам загрузить поводок, чтобы он не торчал, не выходил под углом от если рыбак ставит фидер вот так, высоко ставит фидер, да, постанову, то леска опускается под углом в воду, а литкор опускается на дно и не дает леске подходить под углом к кормушке, что отпугивает рыбу. Конечно. Потому литкорчик лежит на дне, и какое-то там полметра там, расстояние возле кормушки, он не топорщится. Какое еще преимущество литкорчика, помимо маскировки? На литкорчике делается петелечка, вяжется вот, специальными иглами, и ее легко менять. То есть вы, допустим, одну снасточку забросили,
вторую приготовили, забили, она ждет своей очереди. То есть вы не теряете время на забивку, на замену поводка и так далее, и так далее. То есть она немножко ускоряет процесс, особенно это важно на соревнованиях. Когда идет очень темповая рыбалка, нужно очень быстро забрасывать снасть в воду. Потому вот такие готовые снасточки можно наделать заранее, их просто петля в петлю быстро менять, и все. Вот. Еще по поводу вот этого стопорной бусинки. Она до определенного времени стопорит кормушку, но вот при сходе стопорная бусинка тоже слетает. Сходит. Совершенно верно. И, соответственно, когда карп трясет головой, он струшивает кормушку, вот, ну и потом освобождается от крючка. Со временем освобождается. Совершенно верно, да. То есть это как бы безопасная, то же самое безопасная снасть. То есть не надо здесь никаких узлов вязать, ничего. Вот. Теперь, что еще? Помимо скользящей снастки и глухой, во флетах еще делают амортизаторы. То есть это резиночки, на которых колечко, и к этому колечку крепится поводок. При поклевке, при вываживании этот амортизатор растягивается, гасит рывки рыбы, минимизируются сходы. Вот. То есть, в принципе, вещь полезная, но есть одно но. Они, конечно, бывают разные, эти амортизаторы. Есть более мощные, более слабые, рассчитаны на какую-то определенную рыбу, но все равно, даже самая мощная резина, она рвется. То есть это слабое место в этой кормушке. Она не рассчитана на очень крупную рыбу, на трофейную рыбу. Запомните. Наступает так называемая усталость резины. Вы вытянете одну рыбу, вторую, третью, ну на пятую она у вас, на десятую она у вас прорвется. Соответственно, те, кто любит ловить крупную рыбу, я бы такую кормушку не рекомендовал, именно с амортизатором. Все-таки она рассчитана на мелкую рыбу, на поимку мелкой рыбы. Вот. И, в принципе, она не инлайн, она глухая, потому что резина фиксируется на теле кормушки, поводок крепится к вертлюжку или колечку, и рыба засекается за счет веса кормушки при поклевке. Скользящей снасточки здесь нет, не присутствует, она здесь не придумана. Как правильно сбалансировать количество корма с данной кормушкой, чтобы не было отстрела при забросе? Ну, значит, в данную кормушечку где-то влезает 15-20 грамм корма. То есть у нас вот. Кормушка какой вес? Какого веса? Это вес у нас кормушки 30 грамм. Размер XL. 30 грамм, есть, да, плюс да, у нас влезает еще да, 10 грамм, да. Итого будет 40 грамм вместе ну, с кормом. Немножко больше. Здесь где-то 15-20 грамм корма, то есть где-то получается 45-50 грамм вес будет, за счет того, что она имеет большой объем. Допустим, та же кормушечка L-ка размер, large, в нее корма влезает меньше, где-то 10-15 грамм. Дужки маленькие, тело маленькое. Соответственно, 45 грамм она, вот, допустим, вес 45 грамм, плюс 10-15 грамм. Вот и получается те же самые 50 грамм, но меньше площадь. Меньше площадь. Допустим, в эти кормушечки, допустим, пружиночки, да, в нее корма может влезть сколько хочешь. Все из-за того, индивидуально, как человек влепит, сколько он при кормке ложит. Вот такой шарик или вот такой шарик. То же самое трехлопастные кормушечки методные. Можно забивать прикормочку аккуратненько по ребрам, а можно накладывать, и получится корма здесь больше, чем вес кормушки. Хочу акцентировать ваше внимание, что количество корма, которое крепится на кормушку непосредственно, или на трехгранную, или на флет-методную кормушку, достаточно большое. Поэтому, подбирая кормушки под ваше удилище, под тест вашего удилища и под шнуры, которые вы используете, для того, чтобы не было обрывов при забросе, учитывайте факт веса прикормки. И объема кормушки. И объема кормушки. Допустим, да, вот на эту кормушку Авит влезет очень много прикормки. Очень много, потому что она очень широкая, лопатая. Пресс-форма громадная. Смотрите, просто громадная пресс-форма. Соответственно, здесь корма влезет очень много. Ну, грамм 30 это как минимум. Как минимум. Соответственно, получится очень тяжелая кормушка. То же самое у ESP. Допустим, есть разные размеры у нее. Вот, допустим, вот этот размер большой. Большой размер, XL. Да. Здесь тоже корма 30 грамм, как минимум, 30-40 грамм ложится. То же самое зависит от консистенции прикормки, конечно, какая прикормка. Вот. Но все равно, в основном решается объем. Вот в основном решает объем. Сколько корма ложится, это объем кормушки. Поэтому вот, учитывайте этот факт. Да. При так, забросах. Ну что ж, а мы отставили столик и сделали это не зря. Мы переходим к очень обширной теме, теме используемых прикормок и приготовления смесей для методной ловли. Какую смесь мы будем использовать сегодня и на что мы будем ловить? Ну смотрите, у нас здесь несколько ведущих производителей по прикормкам.
Так, вот. Я вижу, их очень да, много. Да, очень есть много. На фишмеле прикормочки, есть сладненькие прикормочки. Мы остановимся на сладненькой прикормочке. Почему? Потому что у нас короткая сессия, мало времени. Так. Рыбка маленькая, водоемчик маленький. Потому она будет быстрее и лучше отзываться на сладкую прикормку. И мы ее быстрее поймаем. Хотя задача у нас не поймать рыбу сегодня. Не поймать рыбу сегодня. Да. Задача да, у нас, напомню телезрителям, рассказать о методе ловли в целом. Рассказать о том, какие кормушки и пресс-формы существуют. И что для этого можно использовать из показанного нами ассортимента. Ну, остановимся мы, допустим, вот на сладкой прикормке. Так, перейдем вот, допустим, поближе. Да, да, да. О остальных прикормочках мы потом остановимся. В данном случае мы будем ловить на немецкую прикормку ST Bites компания. Вот, клубничка со сквидом. Сквид. Клубничка с кальмарчиком, да. Она сладенькая, яркий красный цвет имеет. Вот мы на ней остановимся. Сейчас мы ее приготовим очень быстро. Для этого нам все, что нужно, у нас уже есть. Так, ножнички подай, пожалуйста, Максим. Да-да-да-да-да. Специальные ножнички специальные, для да. разрезания да, пакетика с прикормкой. Вот здесь килограммчик, высыпаем его. Прелесть. Печенькой пахнет. Так. Метод мы высыпали. Да. Теперь здесь есть, здесь присутствует мелкий пельчик. Вот, дробленная конопелечка. Но дело все в том, что она очень-очень клейкая. И я хочу ее немножко разрыхлить. Вот, тогда она будет более быстрее раскрываться. Вот, и я люблю такие более быстрые прикормки. Быстрые вот. Прикормки, да, чтобы да, быстрее да. раскрывалась и выходила да, наша да, насадочка. Да, кормушечка быстрее раскрывается, отдает свои вкусные вещества, насадочка выскакивает. Ну, это мы сейчас покажем. Так, мы сюда добавляем буквально два ингредиента. Так. Вот, в эту прикормку. Мы добавляем сюда готовую коноплю. Ну, допустим, такой конопли много у всех, и у динамита, и у байтеча, и так далее, и так далее. Потому мы берем просто жменьку конопельки готовой, сваренной уже, и добавляем прикормочку. Достаточно. На килограмм достаточно. Вот покажем сейчас да. нашим телезрителям, как да. выглядит смесь. Да. Теперь мы добавляем сырую молотую коноплю. Это конопля у нас какого это вареная конопля. Вареная. Вареная, да, вареная конопля. Уже, она тонет, у нее медленно тонущая структура, она медленно тонет, ложится наверх дна. Мы добавляем молотую коноплю сырую. Крупная фракция помола. Вот зерна, именно зерна. Да, просто да? зерна конопли, вот крупная фракция. Просто перемололи. Она плавающая, она будет взрывать прикормочку и будет толще воды попадать. Все, это мы приготовили. Мы добавили сюда молотую сырую коноплю и добавили готовую коноплю, вареную. Так. Она сейчас тонущая, но когда она попадет в сыпучку, сыпучка с нее влагу вытянет, и она будет плавающая. То есть мы ее добавляем чисто для разрыхления. Она медленно всплывает, зависает толще воды и опускает рыбу к кормушке. Так что принято. Это у нас тоже для разрыхления. Принято. Два вида конопли для разрыхления. Для того, чтобы что-то осталось на дне, потому что вот эта пыль, она взорвется, мелочью разгонит, и она уплывет, потому что любой стоячок имеет маленькое течение, самое слабенькое. Но этого достаточно, чтобы эта пыль ушла. А нам нужно, так как мы будем ловить в одной точке, нам нужно, чтобы что-то на дне осталось. Потому мы добавляем два вида пельчика. Я всегда люблю утяжелять немножко прикормочку. Допустим, ну вот добавим 2 мм пельчик. Это пели специально сделали коарсы для фидера, для фидеристов, так. мочевщиков. Он обработан аминокислотками. Вот, мы его сейчас добавим. Буквально жменьку. Много его нельзя, потому что он будет ломать структуру прикормки. Потому мы его добавляем ровно столько, сколько нужно. Что мы подразумеваем под термином структура прикормки? Ну, допустим, если у нас методная прикормка, да? Вот мы так. жменьку добавили. Методная прикормка, она должна быть клейкой. Она должна хорошо лепиться так. на кормушечке. В то же время, когда она падает на дно, она должна очень быстро раскрываться, рассыпаться и освобождать насадочку. Потому что рыба, тот же карп, может очень быстро ее найти. Вот. И для того, чтобы ему в рот попала насадка наша, надо, чтобы прикормка ее отпустила. Угу. Вот. Потому что будут бесконечные ударчики. Так, этот пельчик мы добавили. Теперь добавляем немножко крупнее пельчик. Допустим, криль. Очень популярная тема сейчас у многих производителей – это криль. Все ведущие производители делают крилевые программы. Видать, очень карпу нравится, карпу, амуру, потому мы тоже его жменечку добавим. Он 4 мм, это был 2, это 4. Мы его утяжелим. Вот это будет у нас оставаться на дне, как орешки будут лежать.
Вот, приманивая вот наших карпиков. Да, да, да. Оно будет ходить, карп подойдет, будет ходить, собирать эти орешки и будет на нашу клевать, соответственно, нашу. То есть, по большому счету, в толще воды будет создаваться шлейф из мелкой фракции. Да, да. Крупнее, 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 и утяжеляться уже на дне будет, да, оставаться крупная фракция. Да, да, да. Конопелечка и легкая фракция прокормки будут подниматься в толщу воды, будут рыбку опускать, а пельчик будет лежать на дне и будет заставлять ее ходить. Задерживаться в толщу. Да, да, ходить вокруг нашей кормушечки и собирать ее. Все, это мы убираем, это нам уже не надо. Отставляем в сторону. Да. Теперь мы ее просто делим пополам. Для чего это делается? Это очень важный момент. Если человек хочет покормить, вот, то ему нужно прикормку делить пополам. Я сейчас дальше расскажу, почему. Вот у нас килограмм прикормки. Допустим, мы килограмм, полкилограмма прикормки хотим выбросить в воду на прикормку. Выстрелить с рогаточки. Покажем. Вот, вот мы ее, да, мы ее сейчас так немножко перемешаем. Вот. Перемешаем. Все, я думаю, достаточно. Вот. И половиночку прикормочки отсыпем, какая ведерочка. Вот. Вот. Я сейчас объясню, почему. Вот мы отсыпаем, это мы пойдем, это у нас будет на кормушечку, а это у нас будет на прикормку. Значит, в прикормочные шары, которые мы будем с рогаточки стрелять, так, вот, мы можем добавить любого другого, любых других вещей, которые могут лежать на дне и привлекать рыбу. Это кукурузка, допустим, та же бандюэлька. Более вот, крупная. Это более крупный пельчик, да, да, кукурузка может быть и крупнее. Это более крупный пельчик, это те же резанные бойлики. То есть, эту прикормочку мы замесим, сделаем шарики и выстрелим в воду. Сейчас мы бойлики не будем добавлять и кукурузку. Вот, мы только на словах сказали, что это надо. Мы можем сюда добавить немножечко пельчика крупного. Да. 4 мм. Да, 4 мм пельчик. Мы его немножко добавим, утяжелим эту прикормочку. Вот так. Вот, я думаю, ну еще это 2 мм тоже немножко досыпем. Не помешает. Нет, это... Лишним точно. Да, да, да. Это, этим мы будем рыбу держать. Все. Есть. Вот эта прикормочка в этом ведре у нас пойдет чисто в шары. Здесь есть ароматика, клубничка со скидом и есть утяжелители. Теперь вот эту прокормочку мы будем забивать в кормушку. Нам надо сделать так, чтобы наша кормушка пахла лучше и вкуснее, чем те шарики, которые мы выбьем с рогатки. Потому что мы, если мы сделаем одинаковую сильную прокормку и там, я скажу почему сильную, то мы создадим конкуренцию кормушке. А кормушка должна выделяться. То же самое, как у вас на столе лежит много-много корочек хлеба, а среди них лежит пирожок. Сделанный вот, бабушкой. Вот карп должен взять наш пирожок. Этот пирожок будет кормушка. А вот это будут корочки хлеба. Потому мы сюда добавили пельчик, утяжелили. Мы уже говорили, кукурузка, там может быть резанные бойлики и все такое прочее. Но никакой аромы. А вот сюда мы добавим усилители. Что такое усилители, стимуляторы? Значит, в мире есть очень много стимуляторов и усилителей, которые заставляют карпа кормиться. Их очень много. Английская компания Sisimur их объединила и сделала такой интересный девайсик FitSTIM XP продукт. Здесь собраны все возможные стимуляторы, которые есть на рынке. Вот. Они друг друга усиливают, такой эффект синергизма получается. И этот FitSTIM XP мы добавим в нашу прикормку. Стимуляторы имеются в виду бетаин? Там все есть. И бетаин, и масляная кислота, и аминокислотки, и всевозможные микроэлементы, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Так что... Поэтому такая, да, универсальная лошадка. Да? Печень, да, печень, всевозможные экстракты. То есть там есть все, что нравится карпу, все, что его привлекает. Ингредиентов же много, он же не один, правильно, их же много. Вот. И тоже добавим аминокислотный комплекс Ультрамина. Тоже у Sisimura очень хороший, тоже аминокислотный комплекс с витаминками, с микроэлементами. Полный комплекс. Вот. Мы берем просто-напросто посудку. Посудку мы налили там, ну, 100 мл водички. На килограмм прикормки достаточно 20-30 мл. Вот это а вот у нас продукта. Осталось здесь полкилограмма прикормки? Да, у нас полкилограмма, потому мы перелить, в принципе, передоза здесь нету. На этих продуктах передоза нет, он не боится. Здесь нету химии такой мощной, здесь больше натурала. Вот, потому передоза не будет, но лишнее выливать лишний раз продукцию деньги тоже не стоит. Вот мы набираем колпачок, выливаем ее в водичку. Все жидкие добавки мешаются с водой. Все сухие добавки мешаются насухо. Это закон. Вот. Так, FitSTIM мы налили. Теперь перетрусили аминокислотки. Осадочек бывает, все такое прочее. Так что надо перетрушить обязательно. Наливаем, ну, то же самое. Колпачок. Вот.
Пахнет витаминкой, да. А, и аминокислотами, кстати. Да, витаминкой, да. Витаминкой С, да. Как в спортзале. Да. Жидкие да. аминокислоты. Да. Один очень, в один. Очень карп любит, он никогда от него не отказывается. Вот. Это не дипы, это не аромы, передозировать ими нельзя. Вот. Они просто дорого стоят, и нужно лить ровно столько, сколько рекомендует производитель. Так, это все мы перебиваем, струшиваем. Если водички здесь недостаточно будет, мы потом дольем. Вот так вот замешиваем. На худой конец, если вы, допустим, переувлажнили немножечко, вы можете всегда добавить конопельки. Допустим, вот конопля возьмет на себя. Да. Воду оттянет, да? Да, особенно молотая сырая. Она сразу берет водичку, сразу его разрыхливает дополнительно, так что. Или досыпать просто сыпучей смеси. Досыпать и все. Той, которую вы отложили на шарик. Вот. Сейчас тут комочки образовываются, все такое облепливается друг с другом. Вот мы ее перемешали. Она очень клейкая. Очень клейкая. Вот. Ну, методная прикормка такая должна быть, мы остановимся чуть позже. Сколько методная прикормка раз увлажняется? В фидере количество увлажнений доходит иногда и до 4, и до 6. Значит, основных два. Вот сейчас мы делаем первый. Так. Домес. Вот сейчас мы так более-менее комочки перетрусили, перебили. Вот. Сейчас она, конопелька, пельчик потянет на себя влагу. Она через минут 15 будет уже готова к доувлажнению второй раз. То есть надо оставить ее на минут 10-15. Вот. И потом мы к ней вернемся. Мы ее просто второй раз доувлажним. А потом в процессе рыбалки, если у вас лето, жарко, прикормка любая пересыхает. Вы в процессе рыбалки просто по чуть-чуть, если вы видите, что она пересыхает, с кормушки выпадает, выбивается во время заброса, допустим, значит, ее надо доувлажнить. Тогда вы можете немножечко доувлажнять. Пульверизатором можно, вот очень удобно. Да, да. Вот. Но основных это два. Если, допустим, дождливая погода, то ее не надо и доувлажнять. Она будет у вас целый день такая стоять. Прикормку первый раз мы увлажнили. Отставляем ее в сторону, чтобы конопелька набрала воды. Да, эта прикормочка уже готова. Ей надо дать минут 10-15 постоять. Мы к ней вернемся чуть попозже. Доувлажним немножечко. Есть, принято. Да. Ставим ее под охрану. Да. Теперь доувлажним прикормочку, которую мы будем стрелять в шарики на прикормочку. Это мы не добавляем. Это должно быть только в кормушке. Там должна быть вкусная еда, но она не должна быть вкуснее нашей кормушечки. Потому мы это все убираем. Это нам уже не надо. Так. Добавляем водички. Подразумеваю, что здесь кукурузка у нас, резанные бойлики, пельчики. В общем, вся вкуснятинка. Она пахнет помягче, полегче. Вот. Доувлажним до такого состояния, чтобы у нас лепили шарики. Не боимся ее переувлажнить? Ну, лучше, конечно, не переувлажнять, потому что я покажу, как лепить шаролепкой шарики. Вот. А лучше ее, конечно, не очень переувлажнять. Она сейчас потянет просто, потянет влагу, подсохнет. Видишь, какая она клейкая, клейкая, хорошая. Венчиками вы не пользуетесь? Венчиками, значит, по поводу венчиков. Венчиками можно пользоваться, если у тебя много ее. Вот много прикормки, нужно много месить. Если мы месим килограмм прикормки, с венчиком нету смысла заморачиваться, конечно. Это руками быстро замешивается. Венчик – это габарит, это тягаешь, венчик тягаешь, шуруповерт. Вот с этими аккумулятором постоянно проблемы. Вот, потому мочевщики, штекерщики, там, фидерщики на соревнованиях, которые лепят, ну, много прикормки готовят, им, конечно, венчик нужен. Он, конечно, облегчает. Вот. Есть еще легенда, что среди фидерщиков, кстати, продвинутых и мочевщиков, особенно фидерщиков, что если мешаешь венчиком, то не надо пропускать через сито. Ну, более однородная она становится. Ну, якобы венчик хорошо разбивает комочки. На самом деле так. Это немножко не так. Вот, на самом деле это не так. Я, допустим, даже если венчиком мешаю прикормочку, я обязательно пропускаю ее через сито. Обязательно. Значит, пока наша прикормочка в кормушечку созревает, мы налепим шариков для прикармливания. Можно лепить руками, как мы делали до определенного времени. Пока потом, дедушка Нэш не придумал. Да, пока дедушка Нэш не придумал вот такую вот прелесть, как шаролепка. Они из трех размеров, 20-ка, 40-ка, и сейчас они начали выпускать 60. В данном случае у нас 40-ка. Самая популярная у фидерщиков, потому что она подходит под рогатку, вот, любого производителя. Вот, очень далеко стреляет, вот, так что мы пользуемся пока 40-кой. 60-ка, скорее всего, будет у карпятников. Вот, 20-ка такая, они немножко не угадали с 20-очкой. То есть она мало востребована. Если вы научитесь
поймаете консистенцию прикормки и наберетесь техники, почувствуете шаролепку, вы будете лепить очень быстро. И руками вы так не слепите быстро. Это во-первых. Во-вторых, она лепит. Вот я сейчас покажу. Вот вы набираете прикормочку. Если лишнее, вы рукой снимаете. Если лишнего нету, закрыли, прижали, крутнули пару раз. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот он шарик. Идеально круглый, идеально твердый. Соответственно, он летит далеко и точно. Руками вы и не разлетается. И не разлетается, потому что он его сжимает, получается очень плотный шарик. Вы руками так никогда его не скатаете. Одно дело, если у человека маленькие ручки, маленькие пальчики, короткие, ему удобно. Если человек с вот такими руками, ему совершенно неудобно вот такой шарик лепить, он его никогда не слепит. Вот. Потому шаролепочка — это очень хороший девайс, я считаю, очень востребованный на рынке. Вот. И самое интересное, что здесь нечему ломаться. Вот сколько бы шариков ни лепили, здесь нечему ломаться. Вот вроде клапаночки, все это вот пластик неубиваемый, никогда не ломается. Ее можно или потерять, вот, и она даже не тонет. Утопить нельзя, она не тонет. Вот. Если вы набираете слишком много прикормки, у вас шарик получается не круглый, а такой яйцеобразный. То есть вы его тоже выдавите отсюда, но просто он будет лететь, немножко переваливаться. Есть еще такая вот немножко хитрая вещь. Вот. Если у вас вот шарик залипает, допустим, вот, если шарик залипает, у вас переувлажненная прикормочка, вот эти пластиковые сердечнички смазывать маслом. Тогда она не так липнет. Вот. Масло, особенно масло, очень удобно. Угу. Ну, я думаю, мы долепим эти 10 шариков и без этого. Шаролепка позволяет нам слепить шарики одинаковой консистенции, одинаковой плотности, четко под размер нашей вкладыша рогаточки. Совершенно верно. И намного быстрее. И намного быстрее. И намного быстрее. У этой шаролепки есть маленькая-маленькая проблема. Если это соревнование, если у вас нужна очень большая прикормочная программа, вам нужно очень много кормиться, допустим, на водоеме прессинг прикормки среди спортсменов, кто больше бросит, тот больше поймает. Соответственно, нужно много шариков лепить. Иногда и по 3, по 5 сотен. Вот. Иногда у людей здесь появляется, то есть шаролепочкой он натирает немножко мозоль. Потому мы пользуемся перчатками, в тренажерных залах ребята ходят, мы пользуемся перчатками, пальчики открытые, и все нормально, без проблем. Вот. На какую дистанцию можно отправить шарик такой плотности? Ну, смотрите, значит, стреляем мы рогатками, дальность заброса зависит от стреляющего, то есть техника выстрела, вот, зависит от веса шарика, зависит от рогатки и зависит от погодных условий. Если вам встречный ветер, ну понятно, что вы максимум не стрельнете. Значит, самая, наверное, дальнобойная рогатка на рынке, это, наверное, Fox, самая дальнобойная рогатка, ну, по моим ощущениям, по крайней мере. Единственный, кто ей наступает на пятки, это Дрена. Вот Дрена наступает на пятки Фоксу, все остальные уступают. И по дальности, и по надежности. Вот. Но у Дрена нет то, что есть у Фокса. У всех рогаток есть один недостаток. Когда вы стреляете, залетает лопушок и очень часто бьет по руке. Угу. Очень часто. Потому Фокс сделал вот такой вот наладошник, будем так говорить, закрывается. Видите, ручка закрывается. Да. Когда вы стреляете 20 метров, 30 метров от берега, этого не происходит. Но когда вам нужно стрельнуть 50, 60, 70 метров, то, поверьте мне, очень больно бьет по руке. Потому у Фокс вот сделал вот такую вот интересную накладочку. Вот. И, соответственно, когда я буду стрелять, она никогда не ударит меня по руке, она ударит только сюда. У Дрена, к сожалению, этого нет. Может, они к этому придут. Но резина у них надежная. Вот этой рогаткой я стреляю, если вот сейчас, вот в такую погоду, вот штиль, вот я могу этим шариком стрельнуть, ну 70-80 метров я могу ударить. Это я отвечаю за свои слова. Вот. Я еще что делаю? Для того, чтобы утяжелить шарик дополнительно, вы когда набираете прикормочку, я сейчас покажу. Вот вы набрали прикормку. Вы сюда можете положить бойлик, там 16, 18, 20, он сюда помещается. Или, допустим, тот же пельчик, там халибут криль. Угу. Вот, там 14, 16, 20 положить вот прямо сюда. Закрыть и затоптать. Он его сжимает, обжимает, тем самым пельчик утяжеляет шарик. Он получается еще тяжелее. Вот. Потому... Вот я чуть-чуть больше положил прикормки. Да, яйцеобразно. И получилось яйцеобразно. Да. То, что я вам рассказывал. Он тоже полетит, он как бы просто полетит немножко ближе. Будет он его будет ковылять, полетит немножко ближе.
По ощущениям, комфортная дистанция для использования рогатки? Я думаю, что в пределах 45. Комфортная до 50 метров. До 50. То есть, да, вот, допустим, от 20 там, до 50, потому что под ноги тоже неудобно стрелять. Под ноги можно и добросить. Да, 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 а вот до 50 метров. Шарики мы налепили. Да. Рогатка у нас на изготове. Да. Будем кормить нашу точку. Да. По рогаточкам. Эти рогатки, они вообще в принципе не рассчитаны на стрельбу там под 70, под 80, под 100 метров. Они будут стрелять, но они не выдерживают нагрузок. То есть англичане совершенно не понимают, как можно стрелять рогаткой там 70-80 метров. Для них это, они когда приезжают к нам и видят, как мы стреляем, и слушают нас, они берутся за голову. Вот. Потому не нужно ее так очень сильно уж насиловать, эту рогатку. Вот. Нужно выбирать точку кормления в идеале. Вот 50, 45, 40 метров. Это идеальная дистанция для рогатки. У нас сегодня вот точка кормления. Да, да. У нас сегодня экстремальная точка кормления, я не знаю, метров 10-15. Я уже забыл, когда я так вообще кормился. Вот. Вот. Вот мы будем кормить вот эту точечку. Вот. Точечку мы немножко подкормили. Вот. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы поймать рыбку. Надеемся на это. Мы убираем. Так, теперь вернемся к нашей прикормке. Возвращаемся. Значит, да, прошло минут 10-15. Да, минут 10-15 прошло. Сейчас мы посмотрим. По идее, все прикормки немножко впитывают влагу. Их надо немножечко, буквально немножечко доувлажнять. Вот у нас прикормочка подсохла, втянула в себя сыпучечку, и остались вот такие комочки. Венчик эти комочки разбивает, но не до конца. Не до конца. Для этого мы берем ведро, я всегда через сито всегда пропускаю прикормку. 4-миллиметровая, да? Да, 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 да. Я сюда пропускаю прикормочку. Почему? Во-первых, мы разбиваем все эти комочки. Вот все эти комочки мы разобьем. Не разобьем, так разотрем. Это во-первых. Во-вторых, мы прикормку обогащаем кислородом. Завоздушиваем. Да, завоздушиваем, так называемое, да. Соответственно, этот воздух дополнительно вместе с конопелькой помогает нам взрывать прикормку. Вот, и выталкивает наружу насадочку или те же коноплюшечки. Вот, вот мы ее. Я всегда люблю прикормочку пропускать через сито, потому что, знаете, вот как в том кинофильме главный герой гладил машину, когда перед тем, как ее заводить. Вот я всегда люблю прикормочку погладить, почувствовать ее, вот, консистенцию ее. Остается пельчик. Конопелька крупная, она не попадает через сетку, мы ее потом бросим обратно в прикормку. Нам главное разбить комочки и дать кислород туда. Вот мы ее сейчас вот так вот высыпаем. Все, для кормушечки на короткую сессию нам ее достаточно. Пропускаем через сито. Вот, вот видите, комочки мягкие. Мы их раздавливаем, да, да. раздавливаем. Вот. Мы раздавили комочки, у нас осталась крупная фракция, которая будет на дне лежать, и крупная конопля. Она всплывет, она будет рыхлить прикормку, будет всплывать и уплывать. Наша задача, когда мы ее сюда бросали, мы знали, что она от нас уплывет, она уйдет от нас. Но она будет рыхлить прикормку, это ее задача. Подержать рыбку, у нас будет пельчик. Вот. Все, с этим мы справились. Вот наша прикормочка. Вот она воздушненькая, легенькая. Вот, смотрите, видите, довольно-таки крупная фракция, вот, что тоже очень хорошо, мелкая. Ну и лепится. Да, лепится. Да, да, она будет лепиться очень хорошо, потому что это метод как раз и отличается от обыкновенного граунбайта тем, что в нем больше повышенная процентность клейковинки. Вот, значит, теперь мы сейчас ее забьем кормушечку, забросим, нехай стоит, мы будем дальше общаться. Значит, смотрите. И в ожидании поклевки перейдем к обзору прикормок. Да. У нас их большое множество сегодня. И поговорим о каждой прикормке отдельно. Постараемся по максимуму рассказать, что она из себя представляет. Да.